Всем привет! С вами Бестия. Игра «Кольцо драконов» на платформе РБК Games. А давно ли вы начинали играть на стартовом сервере, на новом сервере? А вы знаете, какие у нас здесь события и к чему надо готовиться, если вы ожидаете новый сервер? А я вам покажу. Давайте мы просмотрим все события, которые начинаются при старте. После последних обновлений немножко у нас они обновились. Значит, есть у нас вот такая награда за прокачку. То есть, достигнув определенного уровня, уровня маунта, уровня крыльев, уровня перерождения и повышения уровня усиления. То есть вы получаете подарки прокачки, да, сразу видно, за какой уровень. Это первое. Второе у нас, есть еще второй подарок за прокачку. То есть это подарок, который вы можете купить. Каждый подарок можно купить только один раз. То есть вы выбираете свою цену и покупаете. Это, конечно, донат. Третье, события прокачки. Значит, события прокачки здесь достигнут по завершении события предметы за... Претенденты, занявшие места в рейтинге маунтов, также выполнение минимального условия, получают соответствующие награды. То есть рейтинг маунта, рейтинг крылья, рейтинг усиления и рейтинг перерождения. Да? Ну, я уже могу награду одну получить. Одежечка. То есть вы видите, да, награда. То есть вот эта награда, какое вы место будете занимать в рейтинге, вы получаете по окончанию конкурса. Все окончания, вот написано сроки, да, то есть вот здесь в данном случае, на данный момент у нас 4 числа, всего длится 2 дня этот конкурс. Следующее, план вложения. Вы можете вложить определенную сумму в определенный вклад. В течение 8 дней вы получаете, 80 дней, вы получаете на почту себе, то есть вы вкладываете, вложить, да, купить план вложения маунта за 180 золота. То есть вы покупаете, тратите 180 золота, покупаете план маунта, и каждый день вы получаете определенное количество итемов. Точно так же крылья драконов, игровое золото, план вложения усиления, талисман удачи, план вложения самоцветов. Самоцветов очень выгодно вложение. Конечно, везде золото немножко чуть больше. План вложений в кольцо дракона. То есть, видите, да, то есть к этому вы можете уже подготовиться, посмотрев мой видеогайд. Также сокровищница, это новый ивент, рог изобилия, время события, тоже он длится чуть больше, он у нас, получается, длится неделю. Как повышать изобилие? Пополняйте счет. Значит, все игроки, которые пришли играть на этот сервер, делают свои пополнения на счет. За счет этого сервер здесь поднимается шкала, да? За платеж награду дается 30% C золота от суммы. То есть вы при пополнении получаете, плюс все игроки нашего сервера, которые участвуют здесь, нажимают на вот эту монеточку и могут получить 50 C золота. То есть здесь вот вы видите, да, условия. То есть сегодня количество C золота в общем роге изобилия достигает 900. Можно получить 1 C золото X50, то есть 50 штучек. Здесь тоже 50, здесь 80, здесь 100. То есть это донет весь сервер. Здесь есть точно так же условия, как играть. Можете почитать за платеж 30% золота, который считается рог изобилия. За выполнение задания дается дополнительно C золота. Когда сумма в роге изобилия достигает определенного значения, все игроки могут получать бесплатный конверт награду. C золота рога изобилия отправляется по почте ежедневно 00. Это новый ивент, его раньше у нас не было. Вот. Так, дальше, это рог изобилия показала. Есть еще вот такая обязательная награда за первое пополнение, где вы получаете кольца пара драконов, верный лук лорда первого уровня, ну и всякие плюшечки. Ежедневный платеж, когда вы пополняете, то есть он регулярный, никуда он не пропадает, это уже все остается старенькое. Ну и, естественно, события. Это события,
которая называется «Сельская лихорадка», во время события скорость обновления полевых боссов увеличится на 150%. Скоростное время обновления действительно только для полевых боссов, убитых во время события. Ускорение время. Значит, вы видите старт. С какого времени? С 9:00 и конец 23:00. То есть это в поле вы должны бить мобов, тем самым повышать ваш уровень. То есть вот я вам хотела рассказать про стартовые ивенты, которым вы... Ой, подождите, еще есть вот такой ивент за благодарность, открытие сервера. Чуть не пропустила. То есть тут вы тоже можете видеть. Самый минимальный платеж вы получаете, тратите 88 золотов, вы получаете сразу снаряжение. Это вообще на самом старте. Точно так же идет ажиотаж на открытие серии. Вы можете купить уникального дракона. Подарок перерождения. Если вы хотите поднять свой уровень перерождения достаточно быстро, то есть все это за золото. Подарок усиления камешки. То же самое. Божественное снаряжение погибели. Включается первые 4 дня. Вы можете выиграть погибель бронь. И меч, меч, лук, пуха, любое оружие. Награды за убийство боссов. То есть вы убиваете боссов, тем самым получаете награду. Вторжение босса, то есть график боссов, когда появляется, в какой босс в Вандиморе вы за убийство получаете специальные награды. То есть это золото и то же самое орудие определенного уровня. Ну и естественно, когда заканчивается ивент, у нас открытие сервера, 4-й день. Глава участвует в городе, гильдия участвует в городе, что штурм драконьего города. Ну и естественно глава получает дополнительный бонус 500 золотых монет для раскачки своей гильдии. То есть, ну, вроде бы так все. Для вас была Бестия, платформа РБК Games, игра Кольцо Дракона. До новых встреч. Заходите к нам на новые сервера, качайтесь, получайте удовольствие, заходите в группу ВК, заходите в группу в Телеграм, подписывайтесь на наши каналы, смотрите наши стримы и выигрывайте монеты РБК на донат для вашей любимой игры. Всем пока, до новых встреч!